25 ноября этого года пройдет первый народный курултай в городе Бишкек. Президент Садыр Джапаров подписал указ о созыве народного курултая. Оргкомитету поручено провести соответствующую работу по организации избрания делегатов народного курултая от административно-территориальных единиц, трудовых мигрантов, конфессиональных сообществ, принять другие необходимые меры по организации и проведению первого народного курултая, разработать проект регламента народного курултая с последующим внесением его на утверждение. В соответствии с Конституцией и законами граждане имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане по всем вопросам деятельности госорганов и органов местного самоуправления по другим важным вопросам вправе проводить курултай, являющийся исторической традицией кыргызов. Народный курултай – общественно-представительное совещательное наблюдательное собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития.